Всем привет! Попробую сейчас пройти башню 5,4. Как-то у меня не получается ее пройти, все-таки 15 уровней разница. И сейчас я постараюсь. Просто некоторые блогеры уже его все показывают, как они проходят, а у меня почему-то не получается. Может, что-то делаю не так? Ну, смотрите. Третья попытка. Или четвертая уже, неважно. Кстати, оказывается, сердечки восстанавливаются раз в 30 минут. Это классно. Так, здесь лучше отойти назад. Ладно, следующий персонаж. Наверное, я видел подобную тактику, что кидают оружие, и после этого противник старается агриться, и я сам могу без проблем отойти в сторонку. Так, а здесь мне некого бить. Кстати, у него очень хороший бонус здесь, укола. За счет него, я думаю, он может неплохо надамажить. Так, кидаем дебафалку. Все-таки лучники на этом этапе очень сильно бьют мой состав. Так, все. Делаем баф, который повышает на 2. На 2 ход. И плюс мы можем ходить и уходить после этого. Так. Кидаем баф. Угу. Так. И что мне делать? О, убиваю. Обалдеть. 2900. Блин, Глория какой-то монстр. Вроде она должна быть полусуппортом. О, смотрите. Блин, что за беда. Ладно. Кого я могу вообще ударить неплохо потом? Если на 2 клетки назад, но он все равно ударит, но зомби не дойдет. Ну, давайте попробуем так. Этого мало. Все, двигаемся еще раз. Так, ассасин. Он может кинуть баф и попробовать лучника убить. Может попробовать, но не получается. Ладно. Надо было простую атаку попробовать. Офигеть. Энергии нет. Ну ладно. Скорее всего. Ух ты! Убил. И отходим. Осталось всего лишь что? 2 лучника. Зомби, про который очень больно бьет. И вроде как все. Я близок к победе. Так. Дебаф на нем висит, скорее всего. Поэтому она должна подхилять и снять дебаф с кого-нибудь. Угу. Раз, два. Ой. Насколько он ходит? Раз, два. Так, я стою здесь. Раз, два. Все равно достает. То есть мне лучше вообще не подходить так близко. Вот в этом режиме мы будем видеть, когда он достает. Ага. Не, наверное, так. Можно и так встать. Классно. Надежда на то, что монстр пойдет за флагом. А если я клеточку назад? Так, вот все бафнулись. Тут я ходить не могу. Ну ладно, ждем. Блин, как больно бьет. Почему? Это плохо. Убить, потерять ренжевика, который так нужен. Убей, молодец. Ну и все. Да что ж такое? А что я могу ею? Например, я толкаю. Что получается? Бьют по ней и отхожу назад. Все. Теперь я могу бафнуть опять.
Дойду. Еще раз ударю. И назад. Офигеть, читерно. Скорее всего, зомби... О, зомби пошел куда надо. Отлично. Теперь что мне делать? А если я так сижу? Просто я хочу, чтобы ассасин добил. И назад отходим. Ага, нету. Если что, я его добью. Ну, темного дестройера магии. Все, сейчас лучник. Ой, надежда, что крит будет хоть один. Отлично. Что, я не могу ходить? Жалко. Ну ладно, хотя бы так. Вау, нет крита. Отлично. Так, следующий ход. Ой, кто у нас? Этот два ходит. А, ну у нас Глория ходит, и потом можно... Все. Что может сделать Глория? Убьет? Да. Ну, используем магию, что поделать. Все. И теперь этого товарища. Так, зомби идет. У меня же есть бафы, я надеюсь. 1300, офигеть. 1100. Так, ему 4 хода же, да? То есть он убивает одного персонажа. Угу. Ладно, мы просто стоим. Так, хотелось бы лучше. Ладно, 2 попытки еще есть. Ой, надо было дебаф кинуть. Точно. Могу оттолкнуть, могу ударить. Ну, лучше ударь. Так, что у нас есть? Я могу кинуть. А почему не бьет? Надо подойти, наверное. Давайте так. О, второй удар. Убил. Ой, у него хп почти не осталось. Ладно. А если так ударить? Меньше энергии тратится. А урон такой же почти. Да. Сколько у меня энергии осталось? 2. Вот дебафалка. Смогу добить? 2 ходит. О, 1200. Обалдеть. Ура! Я прошел, наконец-то. Я думал, что не получится. Это очень круто. Награды. Ну, всякая ерунда. Ну, хотя классно. Но я бы хотел легендарку уже, а не золотую. Физатаку очень хорошо повышает. Ладно. Простите. Я думаю, на этом все. Нужно будет попробовать следующий этап пройти и записать. Ну и посмотреть, как данное видео записалось. Всем пока.